19 февраля в каждом уголке страны прошли встречи участковых инспекторов милиции с населением. Первомайский район столицы не стал исключением. Поговорить о наболевшем пришли студенты, пенсионеры, люди, состоящие на профилактическом учете в милиции, члены Совета охраны правопорядка и профилактики. Цель – это ежегодное информирование граждан о, значит, совершаемых преступлениях на территории района, а также с целью профилактических мер в отношении лиц, состоящих у нас на учете. Люди приходят, говорят о своих проблемах, то же самое мы можем уделить им здесь внимание. Не всегда люди доходят к нам до опорного пункта, иногда им чувствуют себя увереннее, когда присутствует побольше людей. Подобное мероприятие ежегодное. Повестка дня, отчет о проделанной работе участкового перед населением и обсуждение вопросов, которые неизменно возникают у людей, проживающих в одном районе. Был неблагополучный там такой район, вот. И по совету участкового мы просто убрали оттуда скамеечки, и народ больше не собирается и не пьет. Конечно, главной задачей правоохранителей остается помощь людям, которые ведут асоциальный образ жизни. Дмитрий Дубовик, ранее дважды судимый, состоял на профучете как лицо, злоупотребляющее алкоголем. Теперь у него и работа появилась, и отношения с семьей пошли на поправку. Конечно, не без помощи участкового. Жена и дочь, какие взаимоотношения в семье? Нормально. Что значит нормально? Хорошее. Хорошее. Скандалов никаких не происходит? Нет. Не происходит, да? Да. Вот взялся, да, он надоело все это. Не, ну я работал и до этого, только Паша, ну, на шабашках, на стройках, все. Сейчас вышел указ, надо работать официально. Вот трудоустроился, жил. Работаю нормально. Пока не жалуются. Участковый напомнил жителям про безопасность имущества в квартирах, исправную сигнализацию на автомобилях, подчеркнул особую значимость помощи жителей района в профилактике правонарушений и преступлений.